Приветствую вас на своем канале. В сегодняшнем видео я хочу вам показать вот такой вот красивый наборчик. Сегодня, связав очередной наборчик Кити, я не смогла удержаться, чтобы не записать видео. Мне безумно понравился этот цвет и, честно говоря, уже есть данная шапочка как раз таки на 2 годика, как я сейчас связала, есть на моем канале белого цвета. Вязала я эту точно так же шапочку, единственное, что заменила узор на затылке, там я вязала двойную жемчужную вязку и снуть под нее двойной жемчужной вязки, то здесь делала просто рис. Вот, выглядит она достаточно красиво и не перестает нас радовать и в этом сезоне. Еще не наступили холода, а уже поступают заказы на шапочку-кошечку. То есть точно так же продолжает быть модная шапочка с ушками. Что примечательно, с ушками она является и на ребенке одевается на завязочках. Сейчас это очень для маленьких деток актуально. И, скажем, чтобы лишний раз ребенок не болел, не простужался, то это очень, скажем так, предусмотрительно. Вот. Кто еще не вязал шапочку Кити, обязательно посмотрите видео мастер-класс данной шапочки. Ссылочку я оставлю под этим видео, смотрите ниже. Снуд вяжется достаточно просто. Вы набираете высоту, вяжете длину. Я, к примеру, связала длину 53 сантиметра и затем сделала трикотажный шовчик для того, чтобы сшить. Оно получилось в одно сложение снуд. Вот трикотажный шовчик, хоть и виден с изнаночной стороны, но он достаточно аккуратный. Получился снуд в одно сложение, которое одевается просто на капюшончик, и его потом легко снимать и одевать. Вот. Я, в принципе, считаю, что этот набор актуальный как для малышей, так и для детей постарше. Вот. У меня в комментариях задавался вопрос, как будет смотреться она в других цветах. Вот сейчас, как вы видите, цвета розового я вам предоставляю возможность посмотреть. Вот, также я вязала еще нескольких цветов, но вот сегодня я почему-то именно выбрала записать обзор. Очень уж мне нравится эта шапочка. Вот, кто еще не связал, свяжите. Обязательно, я думаю, понравится ваша шапочка и ребенку, и окружающим. А самое главное, что она будет сделана вашими ручками. Вот, конечно же, не забудьте лайкнуть, кто еще не лайкнул, подписывайтесь, кто еще не подписан. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!